На территории Дагестана в последнее время наблюдается аномальная жара. Столбик термометра показывает отметку выше 30 градусов. В связи с этим уровень воды в Коре и Рыбинском озере, соответственно, кардинально снизился. Такая ситуация приводит к перебоям водоснабжения в некоторых районах Каспийска и Избербаша. Основной причиной низкого уровня озера Рыбье является малое поступление воды по каналу Октябрьской революции. На данный момент уровень воды составляет 75 сантиметров, когда в обычное время нормальный уровень составляет 120-150 сантиметров для нормального функционирования насосной станции для дальнейшего перекачивания воды в город. Поэтому местами ощущается перебои с водоснабжением. Ведется отбор качества подаваемой воды. По качеству подаваемой воды вопросов нет, у нас все в норме. Единственная основная проблема у нас с перебоем появляется, потому что насосы не могут взять тот объем воды, который они должны взять. Бывает, воздух попадает, поэтому такая проблема у нас. Помимо этого, вода подается в малом объеме. Такая же картина в самом водохранилище. Такая ситуация привела к цветению воды. Сотрудники ресурсоснабжающей организации отмечают, что данная вода проходит все стадии обработки, прежде чем поступить абонентам. Представители единого оператора призывают жителей рационально потреблять воду, так как неконтролируемое использование ресурса приводит к перебоям для остальных граждан.